Если мы эту биологическую молекулу помещаем на гладкую поверхность, то она там будет жить долго. Поэтому вот гладкие, блестящие поверхности, пластмасса, стекло, металл, неважно, они в этом плане самые опасные. И эта органическая молекула живет и живет и живет. Там кто-то говорит трое суток, кто-то четверть. Вирус – это наночастица. А раз это наночастица, значит у нее высокая поверхностная энергия, и она стремится к чему-то прилипнуть. Вирус прилипает к капелькам воды. Наночастицы не распространяются сами по себе. Наличие хотя бы какой-то защиты – это уже ослабление там, на 20%, на 50%. Исследования и выяснили, что оказывается… Не, ну если что-то звоните, мы как-то нормально собственно. Я просто, ну, чтобы вспомнить чуть-чуть, то есть если... Основное это, откуда вообще появились нанотехнологии.